Вот наша зеленая веточка получилась. Вот наша 30-сантиметровая линейка. Мы видим, примерно должно получиться вот так. Вот она вся линейка. Вот почти высота веточки. Но если быть точным, 33 сантиметра. Далее наши желтенькие цветочки, 5 штук. Вот они, наши 5 штучек. Нужно стебелек обкрутить тейп-лент. Композиция небольшая, простая. Захотела что-то оранжевенькое. Теперь с помощью проволоки наши с вами цветочки мы разместим вот так вот по кругу. Мы должны их примотать вокруг нашей с вами зеленой веточки. Они должны быть вокруг плотно проволочкой. Мы прикрутили. Дальше закрываем нашу с вами проволоку. Вокруг тейп-лентой. И немножко капнула клей титана на тейп-ленту в самом начале, чтобы она плотно у нас взялась и если что-то ничего не распалось. Что у нас получилось. Теперь для низа нашей композиции нам понадобятся вот такие листики. Зелененькие листики. Сейчас я расскажу, как их плести.